Американская автомобильная компания Lucid Motors представила первый прототип Lucid Air еще в 2016 году. Элегантный и футуристический Lucid, признанный самым эффективным автомобилем класса люкс в мире, является интригующим участником жарко оспариваемого рынка электромобилей, на котором в настоящее время доминирует Tesla. Меня зовут Андрей, устраивайтесь поудобнее, я желаю вам приятного просмотра, давайте начинать. Запатентованная технология, разработанная Lucid, находится на передовой эффективности для электромобилей. Несмотря на неземное название, Lucid вложила много денег и энергии в реальный мир. Бизнес получил более 1 миллиарда долларов финансирования. Компания строит производственный объект мощностью 380 тысяч единиц в год в Каса-Гранде, штат Аризона. Детище компании, электромобиль Lucid Air, питается от аккумуляторной батареи мощностью 113 кВт-часов. Электродвигатель, инвертор, трансмиссия и дифференциал размещены в одном миниатюрном электроприводе, который весит всего 74 килограмма и имеет мощность более 650 лошадиных сил. Интересный факт. 10 лет назад генеральный директор Lucid Motors Питер Роулинсон был главным инженером в разработке Tesla Model S, а также вице-президентом по инжинирингу в Tesla. Эффективность – это святой грааль для электромобилей и полярная звезда для Lucid Motors. Компания в первую очередь ориентированы на увеличение запаса хода при использовании аккумулятора того же размера. Аккумуляторная батарея Lucid Air содержит стандартные литий-ионные элементы, но компания имеет встроенные передовые системы охлаждения и запатентованную архитектуру элементов, которая снижает внутреннее сопротивление батареи. Lucid не новичок в аккумуляторной игре. Первоначально основанная под именем Actieva в 2007 году, компания проектировала, производила и поставляла аккумуляторы и трансмиссии для других электромобилей, включая гоночную версию электромобилей Формула E, до того момента, как они запустили Air. Электропривод Lucid – одна из самых значительных инноваций автопроизводителей. Маленький электродвигатель развивает мощность более 650 лошадиных сил. Компания построила прототип трехмоторного двигателя с высокими характеристиками, создала охлаждение, запустив компьютерные модели электромагнитных полей внутри своего двигателя и определила зоны, которые можно оптимизировать. В Lucid Air используются синхронные двигатели с постоянными магнитами, которые могут вращаться со скоростью до 20 тысяч оборотов в минуту как в передней, так и в задней части автомобиля. Запатентованный инвертор Lucid использует микросхему MOSFET из карбида кремния для дальнейшего повышения эффективности в реальных условиях вождения. Lucid Air может стать первым автомобилем, превосходящим по эффективности силовой агрегат Tesla, но сама Lucid не видит в Tesla прямого конкурента своим автомобилям. Вице-президент компании по дизайну Дерек Дженкинс говорит, что будущее роскоши обтекаемо, минималистично и будет следовать истинным принципам формы и функции. У автомобилей маленькая лобовая площадь и высокоэффективные вихревые передние воздухозаборники, которые создают обтекаемую аэродинамическую форму с коэффициентом лобового сопротивления всего в 0,21. Lucid ориентированы на достижение большего запаса хода при меньшем расходе заряда батареи. Что касается цены на Lucid Air, в будущем она будет более доступная, потому что на данный момент аккумулятор – самая дорогая часть автомобиля. Одна вещь, которая действительно важна в интерьере – это дисплей. Этот экран представляет собой 34-дюймовый ЖК-дисплей, и его основная функция состоит в том, чтобы сосредоточить информацию для водителя. Гоночная трасса Laguna Seca в Калифорнии стала идеальным полигоном для проверки характеристик электромобилей. Lucid Air 2021 года может похвастаться мощностью чуть более 1000 лошадиных сил, доступных в двухмоторной полноприводной конфигурации, и временем прохождения четверти мили всего за 9,9 секунды. В июле 2017 года версия Air с модифицированными характеристиками достигла подтвержденной максимальной скорости в 378 км в час на высокоскоростной трассе в Центре транспортных исследований в Огайо. В 2020 году начали поступать неофициальные отчеты о треках, согласно которым Tri-Moto Lucid превзошел рекорды Tesla более чем на 2 секунды, с временем круга в 1 минуту 33 секунды. Будет ли Lucid действительно достойным соперником Tesla, зависит от того, насколько хорошо они подготовят свой конечный серийный автомобиль к выходу на рынок. С
Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Также не забывайте писать комментарии внизу под видео. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Еще раз большое спасибо за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. До скорых встреч!